У меня есть вот такое вот волшебное ведерко. Оно уже старенькое, еще бабушкино, наверное. А почему волшебное? Потому что в нем получаются самые вкусные помидоры, яблоки моченые. И сейчас мы будем делать вот такие вот у нас красавчики помидорчики, малосольные помидорчики. Делаются очень быстро, но при этом очень вкусные. Для этого нам понадобятся сами помидоры, перец, чеснок, острый перец по желанию. Беру на свое усмотрение, там больше, меньше, кто как любит. Душистый перец, лавровый лист. И нам нужен укропчик, желательно такой зонтиками зеленый. Он придаст нашим помидорчикам более такой пикантный вкус. Хрен, хрен, не знаю, как там назвать. И листочки вишни. Всю зеленушку приправы мы закладываем на донышко нашего ведерка, а сверху помидорчики. Мы уложили наши помидорчики в наше чудо-ведерко. И теперь для того, чтобы знать, сколько нам нужно соли и сахара, мы сначала наливаем воду. Воду можете наливать теплую, горячую, холодную. Если горячей, она просто быстрее замаринуется. На 1 литр воды нам нужно 1 столовая ложка соли и 100 грамм сахара. Затем сверху укрываем марлей, сверху тарелочку и какой-нибудь груз. И оставляем на 2 недели в темном прохладном месте. Надеюсь, всем понравится мой рецепт. Приятного аппетита!